Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о мультфильме «Элементарно», где двух главных персонажей зовут Эмбер Люмен и Уэйд Рипл, что говорит нам о том, что в этом мультфильме точно будут говорить про криптовалюты, так как имена главных героев явно указывают нам о таких криптовалютах, как XRP Ripple и XLM Lumen, двух валютах, которые выбраны сильными мира сего, чтобы изменить финансовую систему. Итак, приступим. Уэйд Рипл и Эмбер Люмен идут на спортивный матч. И там мы можем услышать такую интересную фразу, что никчемная лавка, которую держит отец Эмбер Люмен, значит больше, чем все эти переоцененные облакашки. И нам показывают, как разные элементали играют в игру. Перефразируя на язык криптовалют, блокчейн Stellar, который создал Джет МакАлеп, значит больше, чем все эти переоцененные криптовалюты, которые сильно раздуты и многие ничего из себя не представляют. Также Эмбер Люмен говорит: «Я стану главной, когда я буду готова». То есть, перефразируя, Stellar Люмен станет главной монетой, когда придет свое время. Еще можно услышать такую фразу: «Лови свет, пока он горит, и не жди, пока он погаснет». А как вы знаете, само слово «люмен» означает «световой поток». Также Эмбер говорит Уэйду: «Ты целый стадион повел за собой, а я даже к одному клиенту не могу найти подход». Перефразируя, как вы знаете, у XRP целая армия поклонников и фанатов, в то время как у Стеллара намного меньше. По фильму семья Ripple очень богатая, что можно видеть и в реальном мире, что компания Ripple имеет очень большие деньги. Кстати, отец Эмбер занес Уэйда в черный список. А как мы знаем с вами, что Джет МакАлеп ушел из компании Ripple и продал все свои XRP. Также Эмбер Люмен сомневается в себе и говорит, что «я не справляюсь», и папа считает, что «я не готова». Ты не представляешь, через что они прошли, сколько вложили труда и сколько мостов сожгли. Что же я могу сделать для них взамен? На что Уэйд Рипл отвечает: «Нет, ты очень многое делаешь». Еще отец говорит дочери: «Эмбер, ты оправдала мое доверие, ты стала лучше, как мне с тобой повезло». То есть получается, что XLM Stellar оправдывает доверие и идет правильной дорогой. Также Уэйд Рипл говорит Эмбер, что «твой внутренний огонь открыл во мне второе дыхание, и все, что я хочу, это быть с тобой одним целым». А мать Ripple говорит Эмбер: «у тебя большое будущее». То есть получается, у XLM Stellar большое будущее. В конце мультфильма Эмбер подумала, что Уэйд умер. Тут можно вспомнить, что идет судебный процесс против первых лиц компании Ripple, и многие для себя поставили крест на XRP. Но по итогу Уэйд оказывается живой, и мать Эмбер говорит: «вы идеальная пара, 10 из 10. То есть получается, что XLM Stellar и Ripple XRP идеальная пара. В заключение мультфильма Эмбер говорит такие слова: «я хочу открывать с тобой этот мир, Уэйд Рипл». И по итогу она выходит за пределы того, кем хотел видеть ее отец. Получается, что XRP Ripple и Stellar Люмен предназначены намного на большее, чем быть просто коинами в своих блокчейнах. Они нужны для более глобальных целей. Подведя итог, в этом мультфильме мы видим, что две противоположные стихии, такие как огонь и вода, соединяются вместе. И это уже далеко не первый раз, когда мы видим, что нужно, чтобы такие криптовалюты, как XRP Ripple и XLM Stellar, объединились и были сильно парой в новой мировой финансовой системе. Они уже давно выбраны, но людей будут отвлекать другими монетами, в то время как XRP и XLM захватывают весь мир. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Кто хочет, может поддержать канал. Всем до новых встреч, пока-пока.